Это передача «Чукотская кухня», и сейчас мы подойдем к повару Марине и спросим у нее, как она добилась таких результатов. Марина, как вы добились таких результатов в кухне? Не знаю, наверное, жизненный опыт, Саша. Ни больше, ни меньше. Ну, расскажите какой-нибудь ваш самый любимый рецепт. Баклажаны! Саша, баклажаны в белом соусе. Сацили. Это курочка под орехами. И долма из виноградных листьев. Потрясающая вещь. А что вы сейчас делаете? Пытаюсь отравить экспедицию. Как минимум. Ну, расскажите про вот то, что вот вы сейчас готовите. Это полет фантазии, Саша. Это маленький улов, который надо было использовать. Все, хватит фотосессию. Ребята, мне же не удобно. Ну, вы же сами просили. Да и